В Израиле пройдут досрочные выборы в парламент. Правящая коалиция единогласно решила распустить парламент Израиля. Выборы в Кнессет планировались на ноябрь 2019 года. Досрочные выборы в парламент Израиля пройдут в начале апреля 2019 года. Об этом сообщил представитель партии Ликуд израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил в понедельник, 24 декабря. По его словам, главы партий, формирующих правящую коалицию, единогласно решили распустить парламент. Основанием для этого решения стала напряженность внутри правящей коалиции. Первоначально выборы в Кнессет были запланированы на ноябрь 2019 года. В ноябре 2018 года праворадикальная партия Байт Яхуди пригрозила выйти из состава правящей коалиции, если ее председатель Нафтали Беннет не получит пост нового министра обороны. В настоящее время Беннет является израильским министром образования и министром по делам диаспоры. В настоящее время Минобороны Израиля руководит премьер Нетаньяху. Он сменил на этой должности Авигдора Либермана, который в ноябре 2018 года ушел в отставку в знак протеста против соглашения о перемирии с радикальным исламистским движением Хамас. Партия Либермана «Наш дом» Израиль покинула правящую коалицию и вместе с партиями Кулану и Байт Яхуди призвала к досрочным выборам. В свою очередь, глава израильского правительства первоначально расценил подобные призывы как безответственные. По его мнению, в свете напряженной ситуации в области безопасности такие требования являлись ненужными и ошибочными. Источник. Русская служба Deutsche Welle. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://temi-korrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.